Привет, я не знаю, как вы сегодня, но я иду сегодня. Привет, я не знаю, как вы, а я сегодня иду в гости к барабану. Ты нас пускаешь? Пускается. Ну решись уже. Ой, мы, кажется, ошиблись дверью. Тук-тук, Коля, выходи. Ты дома? Никого нет дома. Представляешь, какой гостеприимный человек. Ну, мы пойдем. Да, команда никого не пускать. Уже 5 часа вечера. Здравствуйте. Коль, три вещи, которые всегда с тобой. Вот что, с чем ты не расстаешься? Ну, мысли у меня есть. Три мысли всегда со мной. Книжки любишь читать? Слушать люблю. Больше сейчас начал слушать. Последняя аудиокнига, которую ты прослушал. Вот что-то на Карнеги потянуло. Дом потрясающий. Это твоя студия и твой дом одновременно? Больше студия. Есть у тебя какая-то любимая вещь в этом доме? Самая любимая, ну или какая-то фаворитная вещь твоя? Конь. Коль, вопрос есть один. Да. Скажи, один, пожалуйста. Хорошо, вот на один вопрос я согласен ответить. Один плюс только один. На один вопрос, хорошо. Мы не из канала один плюс один, но у меня есть вопрос. Один. Скажи, пожалуйста. Опять скажи, ну, пожалуйста. Один, там, один. Факапы. Самый-самый смешной, запоминающийся, интересный, неинтересный, злой факап в твоей карьере. Это их много было. Кстати, могу этот последний рассказать. Только буквально вот делали съемку объекта, съемку. Я говорю, ребята, тут это замовники там что позвонили, надо немножко отлучиться. А у меня есть помощник Вадим. Я говорю, Вадим, пошли, я тебе покажу быстренько, что надо тут вот сделать. Это, а потом ты фотографу расскажешь, а я пока отъеду, ну, на часик там полтора, потому что надо отъехать до замовников. И я нормально Вадиму все сказал, говорю, вот снимаем, вот так вот снимаем. Вадим говорит, я все запомнил. И да, я поехал на зустріч. Потом Андрей Евгеньевич звонит, говорит, так что делаем, как, что, я не понимаю. Как... Я говорю, так Вадим уж все объяснил, Вадим все сделал. Говорит, ну да, но мы пришли, говорит, что-то непонятно происходит. Я говорю, что непонятно. Он говорит, все открутил, все, что было прикручено и смонтировано. Он понял, снимаем, это значит снять надо, демонтировать. Вот он все открутил, и Евгеньевич говорит, я не понял. Я говорю, я же сказал, снимаем вот так и вот так. Говорит, да он так и понял, что надо все снять. И говорит, уже почти все снял. А товарищ фотограф говорит, да. Вот. На твоем сайте нашла слоган «Always look ahead». Вопрос следующий. What do you mean? Мы смотрим всегда вперед, так и есть. Подсказка маленькая в том, что если мы смотрим туда, да, то, что ближе, оно намного легче преодолевается. Машина создана так же, как наши мысли и голова, чтобы идти постоянно вперед, надо нажимать постоянно, я считаю, газ. У нас есть педаль газа, надо ей просто правильно пользоваться. Проект, которым ты гордишься, есть у тебя, я знаю, я видела в интернете, ты мне рассказывал много, но вот какой-то один, который ты сказал, вау, я молодец. Ну, я так, где-то глубоко, это когда все закончил и сделал, есть такое, но всегда весь чем-то недоволен, всегда на какой-то вот такие есть моменты, что ты недоволен и думаешь, что все-таки можно было и там немножко лучше, там, где-то чего-то не хватило. Я думаю, что каждый следующий проект, он более правильно сведен, более интересен, более успешен. Вот, потому что ты набираешься опыта и переходишь, я считаю, что мы постоянно... А муза, вот есть, да, у тебя муза, и у твоей команды, и у твоих ребят? Ну, это близкие люди, близкие, родные, с кем я общаюсь, они все дают какой-то, ну, вот заряд, и в общении с ними ты получаешь вот какую-то энергетику такую, которая тебя держит, и это общение в основном с людьми. А вот города вдохновляют? Вот есть страна, в которую, например, ты бы хотел возвращаться вновь и вновь? Вот у меня есть такая, интересная у тебя как? У меня пока планета Земля. Планета? Да, хочется сюда вернуться. Из всех стран ты выбрал планету Земля. Земля, есть такое, да. Коль, без чего бы ты не мог жить? Без веры. Ты знаешь, второй человек, которого я беру интервью, и говорит, это очень приятно, что люди... Ну, я запомнил, как тебя зовут. То есть ты не можешь без меня все-таки. Видишь, так сложилось.
А скажи, если взять три слова, какими бы ты тремя словами себя бы описал? Себя. Свою личность. Вот Коля Барабан — это, и вот три слова. Вера, Вера, Вера тоже можно. 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 Записывай. Салют, записывай, Вера. Записывай. Коль, отец, наставление самое сильное в твоей жизни от папы есть? Помнишь? Могу сказать. Кстати, тут вот его фотография. Я знаю, что вы не знали, что он здесь, потому что вы меня впервые. И так получилось, что мы сидим, а он тоже вот... С нами. Да, такая старая древняя фотография, такая, причем там ее уже немножко где-то... Красивая. Да, что-то красивая. Там утеряно, некоторые фрагменты. Вот папа, да, едет. Он любил на то время тоже и технику, и фотографировать. Он у меня творческий был. Он, кстати, барабаны, он же на барабанах играл. В честь его и фирма названа «Барабан», да. Потому что у него была своя такая джаз-банда. Они лучшие были у нас там в районе, да, их всегда приглашали. И тут была подсказка от него, что он у меня тоже такой был очень веселый человек. И чтобы легче было этот путь идти, свой правильный, надо юмор, конечно, прибавлять юмора немножко. И веселить, кто там попадается совсем злой на дороге, просто надо с ним уметь договориться, да, повеселиться, да. Коль, кредо твоей жизни? Кредо, давайте дружить. И купите себе барабан, будьте самыми яркими, громкими и красивыми. Как барабан? Как барабан. Вы love Dizap TV? Люблю. Целую Dizap TV. Ладно. Зачем маме цветы? Дрова маме надо. Мама может, мама может. Может все, что угодно. Плавать вот. Брасом, длинным кролем. Длинным кролем? А как это длинным кролем? Я не знаю. Порубить. Маме... Коля, Коля подарил маме вместо цветов дрова, чтобы правильно, она правильно. Сейчас время дарить полезные подарки, очень полезные. Коленька, цветы кто хочешь может подарить, нет, а дрова... Огонь, пленка кончилась.